Всем привет! С вами канал Космостар. Народный артист России, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рахильгаус объяснил, почему уволил актера Марата Башарова. Глава труппы заявил, что причиной увольнения Башарова стал запой, поставивший под угрозу гастроли коллектива на Кипре. Рахильгаус также опроверг утверждение некоторых СМИ о том, что Марат Башаров лишился работы из-за поддержки действий России на Украине. Он нарушил трудовое законодательство, не прилетел на гастроли. У нас сейчас идет очень важный и значимый фестиваль на Кипре, фестиваль русского театра. А у него запой жуткий. И я его уволил с работы, рассказал Иосиф Рахильгаус. Он опроверг озвученные ранее в СМИ предположения о том, что причиной увольнения Марата Башарова из школы современной пьесы стала поддержка военной операции России на Украине, которую выразил артист на своей странице в Инстаграм. 24 февраля Башаров опубликовал свое совместное фото с президентом Владимиром Путиным и написал «Спасибо». Послушайте, но оставьте вы фотографии с Путиным, у него запои каждый месяц, регулярные. А у нас огромный фестиваль, мы вынуждены в экстренном режиме искать замену, других артистов, отменять спектакли. Он может хоть с Господом Богом сфотографироваться. При этом надо работать. Особенно в этой атмосфере сегодняшней, когда все нервничают, билеты проданы, огромное количество русскоговорящих зрителей, объяснил худрук «Школы современной пьесы». Рахильгаус добавил, что заменил уволенного Марата Башарова другим актером, Вадимом Колгановым, которого назвал своим любимым учеником. По словам руководителя театра, Колганов очень выручил в этой ситуации, отменив все свои планы и прилетев к нам. Ранее из театра имени Моссовета уволился народный артист России Александр Домогаров. Актер обвинил художественного руководителя Евгения Марчелли в развале учреждения. Он объявил войну худруку, добавив, что хочет крови и с наслаждением будет наблюдать за моральной гибелью режиссера, когда его уберут с поста. Режиссер Андрей Житинкин, который более 20 лет ставил в театре им Моссовета спектакли с участием Домогарова, в беседе назвал недальновидным решение дирекции расстаться артистом. По мнению постановщика, Александр Домогаров, настоящий профессионал и горы может свернуть, если найти с ним общий язык.